И снова здравствуйте! Я очень рад с вами встретиться. Вена состоит из 23 районов. Из больших и из маленьких. И в каждом районе есть что-то свое интересное. Сегодня мы с вами приехали в 22 район Вены, который называется Дунауштадт. 22 район Дунауштадт является самым большим районом в городе. Он расположен в восточной части Вены. И в нем проживает уже почти 200 тысяч человек. Дунауштадт представляет собой офисно-индустриальный, а также жилой район. Район был образован указом правительства Вены в 1946 году и поглотил бывшие поселения, такие как Кагран, Асперн, Брайтенлее, Эслинг и Леопольдау, и приобретает свои четкие границы к 1954 году. Стоимость жилья в среднем 4000 за квадратный метр, а аренда в среднем 13 евро за квадратный метр. И если ехать из центра Вены в район, первым делом вас встречает настоящий венский небоскреб архитектора Доминика Перо 250 метров высотой. А также совсем рядом можно увидеть Венский международный центр или город ООН. Комплекс зданий, где размещены многие организации ООН в Вене, является третьей штаб-квартирой ООН после Нью-Йорка и Женевы. Комплекс зданий был спроектирован архитектором Йоганном Штабером и построен в 1973-79 годах, где три раза в день проводятся экскурсии. Добраться до этого района из центра очень легко. В автоматах по продаже билетов есть выбор и русского языка. Обязательно не забудьте прокомпостировать и сохранить билет до конца поездки. Район имеет хорошо развитую транспортную систему. Через 22 район проходит первая и вторая линия метро, трамвайные и автобусные маршруты, а также электрички. Хочу обратить ваше внимание на то, что когда вы едете в сторону 22 района, из окон вагонов метро открывается красивый вид на Дунай и на Дунайский остров, на котором тоже есть станции от 1, 2 и 6 ветки метро. Остров на Дунае Вене – это искусственный остров, который был закончен к 1988 году, и длина острова 21 километр, а ширина в самой широкой части достигает 250 метров. Остров является частью системы защиты от наводнений в Вене, а также и местом отдыха. Один необычный памятник вы можете встретить уже на берегу. Скульптурная композиция художника Бруно Гиринколи «Без имен». Но самый мой любимый памятник в этом районе – это памятник Аспернскому льву. В 1858 году на Площади Победы перед церковью Святого Мартина в Асперне, оказавшейся в центре сражения, была установлена скульптура работы Антона Доминика Фернкорна «Аспернский лев» или «Раненый лев». Памятник павшим австрийским солдатам. Мы продолжаем наш тур по 22 району. И сейчас мы на Старом Дунае. Не так много крупных городов могут претендовать на то, чтобы вдохновить место таким прекрасным природным оазисом, до которого также можно добраться на общественном транспорте всего за несколько минут от центра города. В дополнение к свободно доступным местам для купания, бассейнам и пешеходным мостикам на воде, здесь возможна аренда лодок, которая очень популярна среди молодежи и пожилых людей и предлагает прекрасную возможность для короткого отпуска в вашем собственном городе. На другой стороне вы найдете деревянные дорожки на воде, одно из самых красивых мест в Вене, где можно наблюдать закат солнца. Зимой может случиться так, что старый Дунай замерзнет и превратится в красивую естественную поверхность льда. Ну а если вы шопоголик, то вам в один из самых больших и уютных торговых центров Дунау-Центрум. Все по доступным ценам. Здесь вы точно заблудитесь в магазинах и скидках. А когда устанете, к вашим услугам уютные ресторанчики, кофейни и фастфуд.
парковка огромная, бесплатная. Или же в пару станций отсюда находится огромный Гивербо-парк, бизнес-парк штат Лао, где помимо разнообразных магазинов, такие крупные гиганты, как IKEA и MediaMarkt, а также один из крупнейших блошиных рынков, который работает только по выходным, когда в основном все магазины в городе закрыты. Дунау-парк, который был разбит в 1964 году по случаю международной выставки «Садоводство Вене». Над проектом работал ландшафтный архитектор Альфред Ауэр. Зеленый массив был разбит на несколько зон. Для садовой выставки отвели отдельный участок. Там разместили сад Парацельса, сад наций, торфяной сад и огромный розарий. А центром парка стала 252-метровая Дунайская башня «Дунау-Турм» со смотровой площадкой и вращающимися рестораном. Два скоростных лифта катапультируют вас на смотровую террасу менее чем за 40 секунд, по которой вы сможете ходить в любую погоду благодаря остеклению. У подножия башни в 1985 году по случаю визита понтифика был разбит лук Папы Римского. В парке множество уютных уголков, красивых клумб и уединенных скамеек. Маленьких посетителей приглашают игровые и обучающие зоны, детский зоопарк, мини-железная дорога с паровозиком. Взрослых гостей ждут гигантские шахматы, площадка для скейтбординга, теннисные корты и столы, мини-гольф, зона отдыха и сеть удобных велосипедных дорожек. В районе есть еще один интересный парк – ботанический сад Хирштеттен. Он занимает довольно немалую площадь и старше, чем Дунайский парк. Добраться до него не составит большого труда на обычном трамвае. В ботаническом саду регулярно проводится множество мероприятий, включая образовательные программы для детей, а также специальные экскурсии для людей с ограниченными возможностями. На территории Хирштеттен также есть небольшой зоопарк, где животные проживают в естественной среде обитания. По сути, ботанический сад Хирштеттен можно назвать парком, который делится на несколько тематических зон, такие как индийская, мексиканская, хвойная зона, азиатская, английская, фруктовая, пальмовая и первобытная. Есть даже свадебный сад для проведения церемоний бракосочетаний. Ботанический сад Хирштеттен с самого начала создавался как предприятие и на сегодняшний день является центральной городской теплицей Вены. Благодаря обилию выращиваемых цветов всех сортов и оттенков сад получил статус розария. Основное предназначение сада – украшать улицы города Вены. Ни для кого не секрет, что в каждом городе мира свои особенности дорожного движения и, конечно, свои правила парковки. Вена – город комфортный во всех своих проявлениях. И как бонус, в 22-м районе можно припарковаться бесплатно в любой день недели и в любое время. Но не забывайте, надо быть внимательным, чтобы не стоял знак, запрещающий парковку. Дунау-штат популярен благодаря многоэтажной застройке, большому количеству зелени, тишине, наличию парков и зон отдыха, а также близости Дуная. 22-й район продолжает удивлять и новой современной архитектурой созданных массивов, охвативших 8 бывших пригородов столицы Австрии, расположенных на противоположном от исторического центра Вены берегу Дуная. Район Дунау-штат. Размер этого района впечатляюще удивляет. Конечно же, здесь есть еще гораздо больше, что можно посмотреть в этом районе. Гораздо больше того, чего мы не смогли вместить в этот видеоролик. Это как раз тема для следующего видео в нашей программе. На сегодня я вам хочу сказать большое спасибо, что вы посетили со мной этот район. Не забывайте подписываться на нас, ставить лайки под эти видео. Всего хорошего и до новых встреч. Пока!